Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День государственного флага Российской Федерации. В честь праздника в городе Махачкале прошел ряд мероприятий, посвященных этому знаменательному событию. Выставки, конкурсы и встречи в центрах традиционной культуры народов России. На одном из таких мероприятий побывала и наша съемочная бригада. На фоне высокого неба развивается триколор российской державы – символ мужественности, благородства, верности и чести. Так в народе истолковывают цвета флага. Главным событием Дня российского флага в Махачкале стало торжественное мероприятие на площадке перед Русским драматическим театром, организованное Управлением культуры администрации города. Вся ценность подрастающего поколения зависит от нас с вами. Насколько мы сможем передать те ценности, которым будет мотивировано наше подрастающее поколение. Уважайте, цените все, что созидали наши предки, отцы наши, деды наши. Поздравляю вас с великим праздником! День российского флага помогает объединить общество при помощи вечных ценностей, патриотизма и государственности. Так утверждают в один голос махачкалинцы. Праздник не является выходным днем, однако народу на мероприятии собралось немало. Этот праздник, он вырабатывает чувство патриотизма. Я как горожанин ежегодно посещаю этот праздник на территории города Махачкалы. Всегда очень нравится, всегда очень интересно. Это символ единения нашего народа многонационального. В России живет много народов, в этом сила Российской Федерации. И поэтому день российского флага, российского триколора – это день единства, день нашей совместной дружбы всех народов Российской Федерации. И это наш символ нашего будущего. Мероприятие продолжилось культурной программой, в рамках которой выступили лучшие махачкалинские исполнители и творческие коллективы, воспитанники детских школ искусств и солисты детской филармонии. Хадижа Курбанова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ. Махачкала.